Да классно было, все очень здорово. И организация была классная, и сам турнир был очень зрелищный, напряженный. Борьба была не такая серьезная. Все понравилось, все здорово. Старт это серьезный, и отношение было к ним серьезное, подготовка была очень долгая и скрупулезная такая. Вот. В целом-то это главный старт был сезона, поэтому к нему только и готовились. Золото самое первое появилось в миксте. Это смешанная команда, мальчик-девочка. Потом появилось серебро в этом упражнении, но в индивидуальном зачете. Потом уже появилось золото с трех положений, стрельба малокалиберная. Каждая из них выстраданная, поверьте. И да, вкусная. Минск сам потрясающий город. В Беларуси классно. Я бы хотел туда еще вернуться. Просто вот посмотреть, погулять по городу, а то почти не было времени даже. Не могу похвастаться идеальным зрением, то есть это же большая работа на зрительную, и глаза устают, конечно. Ну, я не скажу, что у меня плохое зрение, оно у меня не идеальное, то есть там где-то 90% от нормы, может быть, сейчас уже. Да, есть некоторые такие нюансы. Действительно, очень большая нагрузка на глаза, и зрение начинает просаживаться. Но в целом-то это распространенный миф, что стрелку нужно зрение. На самом деле мы не стреляем глазами, потому что глаза – это последнее, что нам нужно. Просто увидеть именно картинку совмещения идеального в прицеливании, но сама стрельба производится она несколько иначе. То есть даже когда-то замеряли, делали интересные научные исследования в плане того, куда направлено наше внимание во время стрельбы. И вот специальные датчики показывают, что как будто бы человек находится, закрыв глаза. Крупный старт у меня остался в этом году, это финал Кубка мира, который пройдет в ноябре. Сейчас у меня есть достаточно времени, чтобы отдохнуть, восстановиться, сменить несколько деятельность свою. Потом будем готовиться, и с сентября уже вообще выходим на планомерную подготовку к Олимпийским играм.